Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. В Карибском море зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6. Как сообщает геологическая служба США, гипоцентр подземного толчка залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился в 44 километрах к востоку от гондурасского острова Сисне-Гранде. Объявлена угроза цунами. По информации Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, на данный момент зафиксированы пока небольшие волны высотой 19 см в Джорджтауне на островах Кайман и высотой в 2 см в Белизе. Статистика показывает, что в последние десятилетия растет количество землетрясений с большой магнитудой. По прогнозам специалистов, возрастает вероятность катастрофического землетрясения магнитудой выше 9 баллов в некоторых регионах планеты. И это повод задуматься каждому жителю нашей Земли, на какой грани стоит человеческая цивилизация. Сегодня от каждого человека на нашей планете зависит очень многое. Сами катаклизмы для человечества не представляют критической опасности. Для нашего выживания опасен потребительский формат мышления, доминирующий в умах людей. И выход из этой ситуации прост. Каждый уже сегодня может научиться контролировать свои негативные качества и реализовывать в обществе свои человеческие качества, такие как совесть, честь, доброта, уважение друг к другу, вне зависимости от национальной, социальной и религиозной принадлежности. Поверьте, это очень просто. Проще построить общество с духовно-созидательным вектором развития, чем грязнуть в болоте потребительства. Если вы хотите узнать подробнее о климатических изменениях на планете и путях выхода, ознакомьтесь с докладом группы ученых АЛЛАТРА Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем. Добра вам, уважаемый зритель!